Я работаю в фирме «Адель», которая занимается алмазной резкой бетона и демонтажом бетона. Мы сверлим отверстия, режем проемы и долбим вот это вот. Ну, конкретно в нашей работе, поскольку у нас работа вся в основном заключается внутри помещений и невозможно вытащить большой кусок бетона, то приходится заезжать внутрь, долбить его на маленькие кусочки и уже вручную или бобкетом убирать. Ну, несомненно, можно электрическим отбойным молотком, можно компрессором ручным тоже. Это все будет намного дольше. Здесь и сила удара больше, и больше производительности. А за 2 года уже, я думаю, даже раза в 2 купил себя. Ну, строится здесь обычно офисно-торговое здание. Оно строится с котлована. Много здесь было разных подрядчиков, которые иногда неправильно производили работы, поэтому здесь, собственно говоря, мы и работаем, производим демонтаж. Вот, допустим, на этом месте было 4-этажное здание. Также бывают, когда в процессе какие-то недоработки, изменения в чертежах, и поэтому приходится демонтировать бетон.